Здравствуйте, уважаемые коллеги. Заранее извиняюсь за невозможность выступления Георгия Моисеевича и Эллы Викторовны на этой важной конференции. Они находятся в командировке, поэтому такая честь выпала мне. Я являюсь врачом-хирургом, отоларингологом, работаю на отделении онко-оторинолярингологии. И, в общем-то, мы сотрудничаем с отделением, со стомоцентром активно. Поэтому я расскажу об этом центре, об этой программе, которая существует у нас в клинике. Позволю подробнее не останавливаться на этом слайде, он уже был. То есть 100% пациентов с опухолями головы и шеи страдают в той или иной степени нутритивной недостаточностью. По данным Базетти, во время проведения противоопухолевого лечения, операции лекарственной терапии или лучевой терапии, у 45% больных наблюдается потеря массы тела более 10%. Так как мой доклад будет акцентирован на качестве жизни пациента, позволю себе представить работу итальянских авторов, где оценивалось, какие же именно детерминанты, факторы оказывают влияние на качество жизни. И, в общем-то, как мы видим, ни стадия заболевания, ни распространенность процесса и ни лечение, какое оно было, хирургическое или химиотерапевтическое, влияет в большей степени на качество жизни пациента. А это локализация опухоли. И 50% – это нутриционная недостаточность, нутритивная недостаточность и потеря веса, оказывает влияние на качество жизни. В России тоже проводились определенные работы по изучению нутритивной недостаточности у онкологических больных. Так, в журнале «Онкохирургия» в 2010 году была опубликована работа Решетова и Осиповой «Анализ осложнений хирургического лечения у больных с опухолями головы и шеи» в 2005 и 2009 году. В 2005 году они не использовали энтеральное питание, а в 2009 году была возможность использовать препараты «Нутризон», «Нутридринк» и «Фортикер» в переоперационном периоде. И вот при сравнении частоты послеоперационных осложнений был сделан вывод, что осложнения снизились в 3 раза, а средний койко-день уменьшился на 2,4%, что соответствует общему сокращению койко-дня за 2009 год у всех больных опухолями головы и шеи на 1452 дня. Проводились в нашей стране уже и многоцентровые исследования по переоперационному применению энтерального питания у больных с опухолями головы и шеи. В частности, участвовали в данном исследовании 7 центров, 2 центра из Москвы, это НИИ Герцена и 62-я больница города Москвы, наше учреждение, онкологический городской диспансер города Санкт-Петербурга, ростовский НИИ онкологии и диспансеры Самарский, онкологический, Иркутский и Саратовский диспансеры. В ходе этого исследования применялся препарат Фортикер компании Нутриция. Он применялся за 7-10 дней до операции, сразу после операции применялся в переоперационном периоде и, в общем-то, после выписки в течение 3 недель проводился прием этого препарата. И вот основные выводы, которые сделали авторы данной работы, что это позволило увеличить физическую активность пациента, снизить выраженность анорексии, уменьшить количество осложнений почти в 2 раза, улучшить общее самочувствие пациентов, сократить парентеральное питание, сроки пребывания в стационаре. И на основании этого исследования был сделан вывод о том, что необходимо применять не только во время нахождения в стационаре нутритивную поддержку пациентов, но и после выписки из стационара, то есть амбулаторно. Результаты данного многоцентрового исследования и легли в основу программы, которая была, в общем-то, принята в городе Санкт-Петербурге благодаря усилиям многих человек, в том числе и главного врача нашей больницы. Итак, программа «Комплексные меры по реализации федерального закона об основах здоровья граждан». Там есть раздел «Обеспечение стерилизованным лечебным питанием пациентов с злокачественными образованиями головы и шеи». Программа рассчитана на 2015-2020 год.
проводится на территории города Санкт-Петербурга, является первой в своем роде, потому что нигде в нашей стране еще такая программа, ни в Москве, нигде ее нет. Это первая программа именно в Санкт-Петербурге реализована. В рамках этой программы предусмотрено бесплатное обеспечение сбалансированным энтеральным питанием пациентов с диагнозом злокачественное образование головы и шеи в переоперационный и перехимиолучевой периоды. Работает эта программа в нашем учреждении с 1 сентября 2015 года на базе стомоцентра, отделение, которое есть в диспансере. На учете сейчас стоит обеспечено 484 пациента, то есть примерно обеспечение 45-50 человек в месяц. Пациенты обеспечиваются как путем непосредственной явки на отделение, получения питания на отделение, так и с помощью доставки на дом в сопровождении необходимых информационных материалов. Обеспечение пациентов организовано в рамках действующего заключенного государственного контракта. В основном применяются два препарата. Это препараты для сиппинга, о них я скажу дальше. То есть наши пациенты амбулаторно в основном получают это питание, поэтому это сиппинг или зондовое питание. Только сиппингом мы пользоваться не можем для пациентов с опухолью головы и шеи, потому что часть их выписывается зондом, часть их выписывается, имея шейный свищ, имея фарингостому, уростому, и они просто физически не могут принимать пищу через рот, а вынуждены пользоваться зондом. Некоторые даже сами могут вставить зонд только на время еды и потом его удалить. Ну, показания я долго останавливаться не буду, вы все видите показания для назначения питания. На отделении проводится антропометрическое измерение пациентов, то есть рост, вес, высчитывается идеальная масса тела для каждого пациента, индекс массы тела, используется контроль лабораторными методами. Определяем концентрацию альбумина, белка, трансферина в сыворотке крови и общее число лимфоцитов. На основании данных показателей высчитывается степень нутритивной недостаточности для каждого пациента. В данной таблице, в общем-то, понятно, как это делается. Потом с каждым врачом работает врач-стомотерапевт, который прошел подготовку, прослушал цикл лекций по нутритивной подготовке, по нутритивному питанию. И вот он беседует с пациентом, выясняет его дневной рацион, как примерно происходит назначение для пациента весом 60 кг онкологического больного. То есть его калораж – это 1500 килокалорий, 90 грамм белка он должен получить с питанием. Он может принять только четверть дневного рациона, то есть энергия у него за счет потребляемой им пищи составляет 375 килокалорий, белок 22,5. То есть высчитывается энергетический дефицит, сколько ему не хватает калорий, это минус 1125, сколько не хватает белка, минус 67,5 для данного конкретного больного. То есть 4 бутылочки NutriDrink Compact Protein назначаются для этого больного ежедневно в плане нутритивной поддержки. Требования к питательным смесям, долго останавливаться не буду, практически рекомендации РУСКО за 2016 год, неоднократно требования к смесям здесь уже излагались. Нормы потребления для онкологического больного тоже уже звучали. Препараты, которыми мы можем обеспечить пациентов, это препарат Фортикия, компания Нутриция. Это базовый препарат, который чаще всего назначается пациентам сначала. Также он предпочтителен для тех больных, у которых какие-то признаки диареи, либо запоров, и признаки мукозитов, потому что препарат имеет в своем составе пищевые волокна и сбалансировано по омега-3 жирным кислотам. И второй препарат, NutriDrink Compact Protein, который мы тоже можем обеспечивать наших больных, это питание для сиппинга, обогащенное белком и энергией. И назначается оно пациентам с выраженной степенью нутритивной недостаточности, истощенным больным, больным с отеками. Еще раз статистика отделения. Кратко, 484 пациента – это активный учет, 120 пациентов – пассивный учет, то есть они уже умерли. В основном по возрастному составу это 31%, 50-60 лет.
пациенты 60-70 лет 40% составляют. По локализациям из тех пациентов, которые стоят на учете в стомоцентре, 37% пациентов с опухолью гортани или гортаноглотки, 22% с опухолью языка, с раком глотки и полости рта 12-10%, и остальные локализации занимают несколько меньший процентный состав. На момент постановки на учет в стомоцентр большинство больных имеют анамнезаболевания примерно 1-2 года. Некоторые меньшее количество, более 2 лет. Из наших больных, которые были учтены, 46% было оперировано, 70% получили химиотерапию, 50% лучевую терапию. Мы видим, что в сумме 100 не получается, потому что чаще всего пациент, как мы знаем, получает комплексное либо комбинированное лечение, то есть ниже приведены цифры комбинированного лечения, сколько, какие пациенты получили. Только у 7% пациентов, которых прислали в стомоцентр, отсутствовала нутритивная недостаточность. В основном имела место какая-то из форм, легкая, средняя или тяжелая. И в зависимости от формы уже от 1 до 4 бутылочек питания им назначалось. В основном пациенты связывали потерю веса с плохим аппетитом, как видно из нижней таблицы. Широко применяется в этом центре анкетирование пациентов. Заполняются анкеты, разработанные нутрициологами и диетологами Российской академии наук. Используются анкеты SF-36, где 36 пунктов опросника сгруппированы в 8 шкал и определяется физический компонент здоровья и психологический компонент здоровья. И у онкологических больных имеется низкая физическая активность, что значительно ограничивается состоянием его здоровья. Низкие показатели психологического компонента, свидетельствующие о его депрессивных, тревожных переживаниях и неблагополучии. Ну, вот пример этой анкеты, например, относительно боли. То есть практически все наши пациенты испытывают боль, за редким исключением. Чаще всего это сильная, умеренная боль. Пример пункта из этой анкеты – социальное функционирование. Онкологический диагноз, в общем-то, ограничивает социальные контакты, снижает уровень общения и связи, ухудшает физическое и эмоциональное состояние онкологически больного. Кроме SF-36 пациент заполняет карту самооценки. Эта карта заполняется впервые, когда пациент обращается в данный центр, и на 21-25 день после начала приема энтерального питания. Карта позволяет оценить рост, вес пациента в настоящий момент полгода назад и такие параметры, как самочувствие, состояние стула, причины, мешающие нормальному употреблению пищи. Мы попытались провести сравнение и, значит, вот выявили следующее. То есть до приема энтерального питания и после приема, второй столбик, через 21-25 дней. Мы видим, что 65% наших пациентов не могли принимать только жидкую пищу. После приема энтерального питания это количество уменьшается до 33%, потому что пациенты, в общем-то, начинают лучше кушать, начинают кушать в небольшом количестве любую пищу, да, 35%. Это, в общем-то, хороший показатель, значит, питание помогает и действует. Количество потребляемой пищи до и после приема энтерального питания, то есть 80% считают до начала энтерального питания, что они плохо кушали, мало кушали. Когда же мы обеспечим их питание, уже только 68% считают, что они мало кушают, а 5% считают, что они стали кушать значительно лучше. Это тоже, в общем-то, хороший, на мой взгляд, показатель. И самая важная таблица – это вот эта. То есть эта таблица несколько похожа на статус ИКОК. Да? То есть в верхних строчках мы видим, что пациент ведет обычный образ жизни, потом он менее активен, и к четвертой и пятой строчке пациент практически лежит и не встает. Мы видим, что до начала приема энтерального питания пациенты в основном концентрировались в нижнем отделе нашей таблицы, то есть вот 91% занимает третью, пятую позицию, то есть они большую часть дня лежат, делают самое необходимое, не встают. После трехнедельного приема энтерального питания пациенты становятся гораздо более активны, качество жизни улучшается, и они перемещаются в верхние
строчку таблицы. В общем-то, что, на мой взгляд, говорит само за себя о необходимости развития этого направления. Кроме нутритивной поддержки пациенты, кроме консультации, устные пациенты могут обеспечиваться необходимой литературой, и не только относительно энтерального питания. В нашем стомоцентре пациенты с опухолью головы и шеи могут получить пособие по уходу за трахеостомой, пособие по и консультацию по голосовому протезированию. Вот эти пособия представлены здесь, на данном слайде. Могут получить просто рекомендацию врача по питанию, то есть как нужно кушать обычную пищу, чтобы не худеть, чтобы быть хорошие, чтобы лучше переносить проводимые лечения. Ну, данные рекомендации представлены вкратце. В настоящее время ранняя нутритивная поддержка является единственным методом, способным в известной мере компенсировать классические энергетические потери организма, неизменно возникающие вследствие развития синдрома гиперметаболизма. Нутритивная поддержка помогает улучшить качество жизни онкологических пациентов, обеспечивая быстрейшее восстановление после специализированного онкологического лечения. Что нужно для получения энтерального питания пациенту? Я хочу, чтобы все присутствующие здесь это внимательно посмотрели на этот слайд, потому что эта энтеральная программа может быть рассчитана на всех больных с диагнозом злокачественное образование головы и шеи, не только для больных, которые лечатся в городском онкологическом диспансере. То есть любой пациент, если он имеет прописку в городе Санкт-Петербург, имеет полис обязательного страхования СНИЛС и выписной ПИТЛИС текущего года с подтверждением диагноза злокачественного образования головы и шеи и рекомендациями по назначению, по необходимости назначить энтеральное питание, может записаться по данным телефонам и пройти консультацию в нашем стомоцентре и получить абсолютно бесплатно энтеральное питание. Если ему это показано. Если ему это показано, да. Безусловно. Сначала он получает консультацию. А то все приходят с бумажкой, что направляют. Нет, всем выдавайте. Что всем выдавайте, если они да. Стомотерапевт будет консультировать и определять уже непосредственно необходимость. Нажмите, пожалуйста, там есть значочек. Двухминутный ролик. Вы знаете, с роликом бы давайте мы... Последние научные разработки и современные методы лечения всего в этом центре подчинено тому, чтобы скорее вернуть пациента к здоровью и полноценной жизни. Врачи уделяют больше внимания как процессу лечения, так и менее важному процессу реабилитации. Руководить этим центром нужно более 20 лет профессионал своего дела и брать большой опыт. Сейчас себе одному дать фильм снять. О продолжении лечебного питания на всем протяжении, то есть не только во время лечения непосредственно после попадания на группу специальной. И на многих протяжении всего восстановительного периода, а у меня так больше было. Вот это очень важный момент, который должен быть найден. Вот это легло в основу вот этого нашего пролонгированного обеспечения пациента лечебным питанием. Мы доложили этот эффект под прохранением, мы доложили это новым количеством. Проект был поддержан комитетом по здравоохранению и законодательное собрание. Спасибо большое.